Ну а сейчас прозвучит песня, которая дала название альбому группы Deep Purple, который вышел ровно 40 лет тому назад, альбому Burn. И на эту сцену нам хотелось бы пригласить нашего друга, который уже не единожды сам принимал участие в рамках этого концерта. Антон, вокалист группы Flame. Антон, попросимся на сцену. Мы эту песню споем вместе с ним для вас. Burn! Как меня слышно? Спасибо, друзья. Ну что, Антоха, поехали!